Привет, зрители, ставим лайки, поехали. Саманта Маркл возмущена игнорированием королевской семьей отца. Сводная сестра Меган, Саманта Маркл, которая недавно раскритиковала именной герцогини Сассекской и обвинила королеву, вновь выступила с резким заявлением. На своей странице в Твиттер 53-летняя женщина опубликовала пост, в котором в очередной раз набросилась на Меган, заявив, что из-за ее поведения умирает их отец Томас Маркл. «Если наш отец умрет, это ты виновата, Мэг», – написала женщина. Интересно, что свой пост Саманта написала через несколько часов, как отец Меган сказал, что он не перестанет разговаривать со СМИ, пока дочь не вернет его в свою жизнь. К слову, Томас Маркл не впервые попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. Также в своем посте родственница вспомнила недавнее посещение Меган выставки, посвященной Нельсону Манделе. «Рада, что у тебя так много времени, чтобы похвастаться тем, что отдала дань уважения другим, игнорируя собственного отца». Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своему собственному отцу? С ехидством написала Саманта, намекая на игнорирование Меган Томаса Маркла. Однако стоит отметить, что с момента вступления в королевскую семью Меган удалила все свои аккаунты из социальных сетей. Поэтому вероятно, что она не видела твиты Саманты. Также отмечается, что Саманта Маркл сейчас пишет книгу о том, как она находится в тени герцогини Сассекской. Уже давно она рассказывает всему миру о том, какой черствой женщиной стала Меган Маркл с тех пор, как стала встречаться с принцем Гарри. Напомним, сестра Меган Маркл, которую не пригласили на свадьбу, сравнила королевскую семью с семейкой Адамсов, а маму жены принца Гарри с хоккеистом на скамье штрафников. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал.